У стен правительства Омской области продолжают проходить пикеты. На этот раз недовольство решением региональных чиновников пришли выразить жители деревень Андреевка, Половинка, 18-й партсъезд, Вперед, а также микрорайона Загородный. Вблизи этих населенных пунктов хотят построить мусорный полигон, а в микрорайоне Загородный – мусоросортировочный комплекс. Уже не первый месяц люди борются с решением чиновников. Регулярные пикеты, обращения в различные инстанции, даже поездка в Москву. Однако результатов пока нет. Чиновники не собираются отказываться от строительства. Люди боятся, что жить рядом с мусорной свалкой они просто не смогут. В этом году летом все сели в лужу, потому что будет мусоросортировочный комплекс в микрорайоне Загородном. А как же дети многодетных семей и вообще жители микрорайона Загородный? Мы, конечно, в подвешенном состоянии, потому что мы не хотим, чтобы у нас строился мусоросортировочный комплекс в нашем райском уголке. Не безразлична судьба нашего края, там, где мы проживаем, там, где ведем свое хозяйство. И никто не хочет, наверное, чтобы рядом под боком была свалка. Вот. Ведь достаточно других земель, пустующих, солончаковых, где можно такие полигоны делать. Пришли выразить свое несогласие с этим делом. То есть вот так. Хотим обратить на это внимание, то есть своих чиновников, наших, вернее, чиновников, первых лиц области. Возможно, что-то они смогут, по крайней мере, нам сказать. На этот раз чиновники и правительство вышли к людям, однако они заявили, что решение есть и отменить его уже не в силах. Но пикетирующие не намерены сдаваться и пойдут дальше отстаивать свои права. Терять им точно нечего. Наших людей очень трудно поднять. Ведь, как говорят, русский человек долго запрягает, но быстро ездит. Но сейчас, если поднимутся люди, то они пойдут и дальше. Сегодня это только начало. Если нас не будут слышать, то придется дальше бороться. А как? Опять 17-й год. Не хотелось. Мы хотели мирным путем.